Здравствуй, зритель! Брэд Питт переключился на блондинок. Не так давно он закрутил роман с Сат Хари Халса. Парочка недавно покупала предметы искусства на аукционе в Лос-Анджелесе. 54-летний актер и эффектная блондинка мало общались и держались за руки. Западные таблоиды авансом приписали холостяку Брэду новые отношения, отметив, что они пошли ему на пользу. После того, как распался союз Брэда Питта и Анджелины Джоли, на голливудского красавца было больно смотреть. В своем откровенном интервью после развода он рассказал горькую правду о своем алкоголизме и трудностях, которые пришлось преодолевать. Он паник, общался мало, выглядел значительно старше своих лет. Брэд практически не появлялся на светских раутах, а новость о запрете общаться с детьми и вовсе вышла его из колеи. Однако теперь он замечен на публике с Сет Харри, и папарацци уверяют, что у пары начался бурный роман. Пара вместе посетила недавнее благотворительное мероприятие, организованное другом Питта и басистом известной группы Red Hot Chili Peppers Flea. Сат Хари Халса известна также как дизайнер ювелирных украшений, которые, как она утверждает, обладают лечебной силой и заряжают энергией. Ранее она создавала украшения для первой жены Питта, Дженнифер Энистон. Поначалу Сат, практикующая озоновую терапию, помогла Питту справиться со стрессом, который он переживает в связи со скандальным разводом с Анджелиной Джоли. Затем актер и целительница поняли, что у них много общего, и рабочие отношения переросли в нечто большее. Журналисты заметили, что Питт и Харри вели себя не как друзья, весь вечер кокетничали, смеялись и мероприятие покинули вместе поздно ночью. Брэда и Сат познакомил их общий знакомый, музыкант популярной группы Red Hot Chili Peppers Майкл Белзари, больше известный под прозвищем Фли. Целительница ранее сопровождала группу в гастрольном турне, устраивая для ее участников коллективные медитации. В социальных сетях поклонники выразили надежду, что новый союз и впечатления пойдут на пользу Брэду. Сет стала первой женщиной, с которой Питт появился публично за долгое время. Ранее актеру приписывали роман с профессором Нэри Оксман, но он продлился совсем недолго. Будем надеяться, что Брэд в скором времени вернется в рабочую атмосферу. Напомним, он задействован в новом проекте Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Подписывайтесь на наш канал.